Кстати, очень хороший вопрос про кетогенное питание и алкоголь. Кетогенное питание существенно изменяет восприятие алкоголя. Заядлые выпивохи, которые, ну, прям зависимые от алкоголя, перейдя на кетогенное питание, побочным эффектом сокращают алкоголь, либо бросают его совсем. Во-первых, опьянение наступает быстрее. А во-вторых, вот эта электрическая активность в мозге, которая меняется, она меняет вот эти нейромедиаторные системы, в том числе больше торможения возникает от ГАМК-системы, да, вот это гамма-аминооксимасляной кислоты. И алкоголь уже не нужен, чтобы тормозиться, понимаете? И пьянеешь быстрее, и эффект не тот. Как-то уже не бодрит, не веселит, что-то не так. Поэтому многие бросают при переходе на кетогенное питание или даже на банальное сокращение углеводов, многие бросают пить. Но не все. То есть это не универсальный метод лечения. Но если вы зависимы от алкоголя, то попробовать стоит. У меня есть такие подопечные, вот кто прям стабильно с жестких, тяжелых таких напитков, там виски, бренди, водка, 40 плюс градусов, потом на вино, там красное сладкое, потом красное сухое, сейчас белое сухое, розовое сухое, ну прям такие совсем вот газировочки, вот на нем остаются. Проходят путь с тяжелого алкоголя на легкий постепенно, на фоне кетогенного питания, это задокументированный факт. Но не все могут бросить потом, потому что алкоголь сильный медикамент, понимаете? Алкоголь это психофармакология. Вот вы думаете, что люди бухают, ходят, да? Красно-бело, нет, они лечатся. Понимаете, они не алкоголики, они лечатся. Люди алкоголем лечат какие-то скрытые расстройства свои. Кто тревогу, ну, в крайнем случае люди лечат шизофрению, такую вялотекущую алкоголем. Среди шизофреников много алкоголиков. Поэтому они не алкоголики, они лечатся. Будьте вот так вот на них смотрите. Поэтому то, что у вас на кетогенном питании снижается притяжение к алкоголю, вкус становится отвратительным, не нравится, это прекрасно. Лучше жить без алкоголя, чем с ним. Алкоголь это такая специфическая штука, и пить его надо правильно. Если у человека прям совсем большая зависимость от алкоголя, не пить тоже не выход. Не сработает. Там просто пить надо, ну, умно, так скажем.